Всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, сегодня записываю новый ролик. Наконец-таки, давно у нас уже пару-тройку дней ничего не выходило. Наконец-таки я нашел время, дабы записать для вас что-нибудь интересное. Как вы знаете, у нас практически уже каждую неделю на выходных проходят всякие ивенты, миссии, шмиссии выходят. И я как бы, ну, попутно их выполняю, не сказать, что я там особо сильно потею, дабы их выполнить. Все миссии в последнее время практически являются довольно-таки простыми, и просто играя условно вечером на стриме, их можно выполнить за тот период времени, который дается, дабы можно было бы получить дополнительные призы и выполнить те самые особые миссии. И у меня сегодня, по сути, вот эти все заданочки уже есть выполнены. Я сегодня заберу призы, откроем ультраконтейнеры в очередной раз. Будем надеяться на то, что что-то годное с них дропнет. Ну а перед тем, как буду открывать, давайте скатаем, наверное, какую-нибудь одну обычную матчмейкинговую катку. Поговорим вообще о том, что у нас происходит в последнее время. Я, конечно, уже очень много вещей всяких по этому поводу высказывал. И даже в подобных видосах по поводу всех этих миссий, по поводу того, что мне это все, конечно же, надоело. Но есть какие-то определенные моменты, которые все-таки с этими миссиями связаны с положительной точки зрения. И все же, хоть и по сути ничего у нас сильно не меняется, да, в последнее время, то, что там только добавляются какие-то особые миссии, но все равно какой-то дополнительный вклад в игре есть. Понятное дело, что хотелось бы видеть что-то интересное, что-то новое, но пока мы этого вместе с вами не видим. Имеем то, что имеем. Но для меня, наверное, открываются потихоньку какие-то другие вооружения, какие-то другие расклады. И я надеюсь, что в ближайшее время также будет появляться что-то уже определенное новое. Я, в свою очередь, уже, наверное, и в видосах, и на стримах говорил то, что я бы хотел бы, чтобы у нас как можно скорее поменялась уже та обычная посредственность, которая у нас происходит ежемесячно, ежедневно, еженедельно, короче, на постоянной основе с этими челленджами, что я хотел бы видеть что-то интересное и что-то новое. И уже, наконец-таки, я надеюсь на то, что в ближайшее время что-то мы годное увидим. Хоть по этому поводу пока никто ничего не говорит, но я все-таки надеюсь на какие-то изменения в лучшую сторону, конечно. И дабы у меня, ну, появлялась какая-то, наверное, дополнительная мотивация. А то у меня мотивация может только появиться, когда я начинаю заходить в какие-то, я не знаю, интересные катки, БВПшки, потому что в матчмейкинге уже в последнее время, ну, чересчур мало каких-то интересных боев. Постоянно встречаются лоу-скильные игроки, и, ну, все это заканчивается, наверное, очень просто и однообразно для меня. Я все-таки ежедневно задаю себе вопрос о том, что хотел бы видеть что-то здесь новое, что-то то, ради чего мне хотелось бы больше, да, как бы выполнять все эти задания, все эти миссии. Хотя, по сути, если судить с точки зрения фарма, да, как бы если не смотреть на то, что все это происходит однообразно, то все равно при любом раскладе лучше фарма, чем сейчас, по сути, у нас в игре не было. То есть сейчас у нас реально можно зафармить довольно большое количество кристаллов. При всем раскладе в БВПшках ты столько не получишь с теми иксами, которые у нас происходят на выходных, и с тем всем, что появляется. Но, как минимум, совсем скоро будет Хэллоуин, и уж там точно должно быть что-то новое, что-то годное. И я надеюсь, что даже какие-то миссии будут с Хэллоуином связаны, будут интересны и внесут какие-то корректировки в те еженедельные заданки, всякие эти миссии. То есть, ну, вы знаете, что на Хэллоуин у нас раньше даже делали определенные какие-то заданки с уникальными призами. При том раскладе, то, что сейчас еще есть особые миссии, то можно все это дело совместить и в итоге сделать что-то реально годное. Поэтому я надеюсь на эти скорейшие изменения. Потому что постоянно выполняя эти особые миссии, записывая видосы, даже с тем, как мы открываем ультраконтейнеры, даже самому мне в какой-то мере, ну, потихоньку начинает это, конечно, надоедать. Хотя в последнее время даже что-то и хорошее мне падало с этих контейнеров. Надеюсь, что сегодня мне тоже что-то с них дропнет. Ну и если вам вообще в каком-то роде заходят там видосы, да, если вы хотели видеть больше каких-то открытий, поддержка вашим лайком, подпиской на канал, это максимально, что вы можете сделать, и это будет очень
круто с вашей стороны. Не сказать, что 6 ультраконтейнеров это такое большое количество, с которого мне может что-то здесь приятное и годное дропнуть, но я все-таки понадеюсь на то, что что-то мне упадет. Откроем прямо здесь в HTML-версии. И если уж немножко пройтись по дропу тому, что у меня вообще осталось, то по сути фиолетовым свечением мне до сих пор не выпало 2 эффекта выстрела. Ну а что касаемо устройств в фиолетовом свечении на корпуса, то тут у нас получается в сумме еще 23. 23, если считать арес. Да, 23. Плюс там, я так понимаю, что на хоппер в золотом свечении, да, есть устройство. Ну, в общем и целом, конечно, я особо на это внимание не обращаю, поэтому как-то так. Ну, хотя бы что-нибудь, если сегодня дропнет с этих 6 контейнеров, будет неплохо, если я не увижу 6 белых свечений. Поэтому давайте уже будем открывать. Сразу с защиты от заморозки, с нарез, я так понимаю, это арез, да, падает нам неплохо, 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 что я могу сказать, неплохо. Защиту от заморозки, а тут еще у нас... Подождите, 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 я не понял немножечко. Защита от заморозки на арест, да? А почему там еще... А, она, наверное, не пропала просто. Да, защита на арест. У меня есть на арест еще иммунитет от Эми. Ну, на аресте, конечно, я не катаю. Хоть у меня он фуловый, но... Для того, чтобы на нем катать, нужен хоть какой-то более приятный баланс. Ну, ладно. Фиолетовое свечение... О, фиолетовое, говорю, синее свечение. Это уже, в принципе, не сплошной беляк. Но уже 2 белых есть. Третье не белое, но теперь белое. И последний. Ну, что я могу сказать? Сказать, что я удивлен, ничего не сказать. Ну, в принципе, дефолт, наверное, который мне мог дропнуть, он мне и дропнул по контейнерам ультра, да. То есть, как бы сильно судить, наверное, не стоит, что мне что-то могло бы там дропнуть с этих 6 штучек. Это не такое большое количество. Если там была бы хотя бы какая-нибудь пятнашечка, тогда можно было бы как-то понадеяться побольше, наверное, на то, что что-то годное дропнет. Как вы видите, у меня еще 26 обычных контейнеров сохраняется. Сегодня я их открывать не буду, к сожалению или к счастью. Пройдем вот этот вот челлендж, который уже, к слову, наполовину пройден. И тогда уже полноценно где-то там около 50 контейнеров у меня будет. Откроем и на отдельном видосе будем надеяться на то, что что-то интересное с них дропнет. Ну и если кому интересно по поводу челленджей, то есть все-таки какие-то определенные моменты, с которыми я теперь согласен. То, что те игроки, которые не уделяют большого количества времени в игру и катают там, условно говоря, только выполняя заданки, теперь, да, могут полноценно уже выполнять сами челленджи и, возможно, для себя зарабатывать какие-то новые призы, которые они до этого получить не могли за такой промежуток времени. Поэтому это тоже такой вот, наверное, бонус для тех игроков, которые заходят у нас выполнять заданки. Наверное, больше ничего говорить сегодня не буду. У меня появилась еще одна, конечно, мысль. Я уже говорил о ней на стриме. По поводу коинбоксов. Если у вас есть желание, дабы я прикупил какое-то определенное количество коинбоксов, возможно, там около сотки, на те там коины, которые у меня есть, как вы видите, у меня 6500, это все мои личные, выигранные, честно заработанные танкоины, это не те танкоины, которые там мне на халяву выдали. Если мне выдавали бы их на халяву, я бы их уже давным-давно потратил, не экономил и не рационально использовал, да. Если вы хотите, то мы можем вложиться, попробовать, поэкспериментировать, пооткрывать. Если такой контент вам интересен и вы бы хотели его увидеть, то по этому поводу обязательно напишите в комментариях. Если будет активность, то я думаю, что в ближайшее время можно будет что-то подобное сделать. Если нет, то как бы на нет и сюда нет. Вот такой вот видос получился. Кому-то, может, зашел, кому-то не зашел. Если зашел, то поддержите лайком, подпиской на канал, участвуйте в розыгрыше, который сейчас проходит у нас на канале на 3 миллиона. Всем удачи и всем пока.